Накануне маленькие непоседы смогли своими глазами увидеть, как устроена работа пожарного. Специальная техника заехала прямо на территорию детского лагеря, где мальчики и девочки находятся во время летних каникул. Все замерли в ожидании, ведь такую технику не каждый день увидишь так близко. Такая встреча стала возможной благодаря профильной военно-патриотической смене оздоровительного лагеря «Юность» под патронажем Нижнекамск-Нефтехима, которая проходит под названием «Остров мужества». Огнеборцы пожарно-спасательной части номер 33 отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала управления договорных подразделений по Республике Татарстан провели показательное выступление для подопечных лагеря, где юные исследователи смогли не только задать спасателям интересующие вопросы, но и наглядно увидели, как происходит спасательная операция, и даже смогли принять участие в тушении. На все вопросы любознательных мальчишек и девчонок уверенно отвечал заместитель начальника пожарно-спасательной части номер 33 Максим Николаев. Под его руководством дежурный караул выполнил боевое развертывание, провел пенную атаку и продемонстрировал работу гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Восхищенные дети смогли примерить боевую одежду пожарного и дыхательный аппарат на сжатом воздухе. Они с любопытством осмотрели кабину, отсеки и смело забрались даже на крышу пожарного автомобиля. Особенно детям понравилось поражение мишени на пол воды из пожарного ствола. В завершении встречи огнеборцы напомнили детям правила пожарной безопасности и пожелали им хорошо провести последние дни летних каникул. Алексей Бажанов, Анастасия Терешкова, Эн-Медиа.